Подробности о видеокарте AMD Radeon RX 560 EX. Производительность на уровне GeForce GTX 1060. Цена до $150. Слухи о видеокарте AMD Radeon RX 560 EX подтвердились неожиданно быстро. Как пишет китайский источник, компания Sapphire выпустит свой вариант 3D-ускорителя 13 марта. Новинка получит название Sapphire RX 560 EX 4 GT5 Platinum Edition OC. Данные о производительности видеокарты приводятся с национальным колоритом. В бенчмарке Master Lu видеокарта набирает около 140 тысяч баллов, что примерно соответствует уровню GeForce GTX 1060. Для сравнения, обычная AMD Radeon RX 560X набирает в том же бенчмарке 70 000 баллов и может тягаться разве что с GeForce GTX 1050. Конкретных данных о стоимости AMD Radeon RX 560X нет, но источник отмечает, что цена новинки не превысит отметку в $150.